город Семей приезжает много населения именно с сельской местности. И у них нет возможности купить квартиру, да, шикарные дома. И они вынуждены заселяться именно на дачных массивах. В чем заключается проблема? Дело в том, что именно на дачные массивы одного из районов, это Мурат-1, Мурат-2 у нас называется, жители не могут вообще получить медицинскую помощь. То есть из-за того, что скорая не вовремя приехала или вообще не приехала, было зафиксировано несколько летальных исходов. И цель проекта заключалась в том, чтобы создать условия по обслуживанию скорой помощи для жителей дачного массива города Семей через комплекс мер, направленных на исполнительную власть. У нас юрист Айжан Дарибаева, она активно участвовала в проекте, она проконсультировала более 50 дачников по разным вопросам. Вот как проходил совет общественности, вон у нас там Аким сидит, получается, и, конечно же, сейчас, на сегодняшний день, этой проблемой, конечно, заинтересовались. Мы очень рады, что все-таки исполнительная власть, хоть и медленно, но начинает к нам прислушиваться. Помимо этого, подключились к нам и другие организации. Это СМИ, то есть, в частности, журналисты обязательно заинтересовались нашей темой. Потом общественные организации. Это вот присутствует и филиал Миска в городе Семей. Затем сайт Геохан тоже заинтересовался. Акимат и, конечно же, интернет-ресурсы. То есть в целом проблема оказалась актуальной. Мы думали, что мы будем одни, а в итоге к нам присоединилась большая группа людей, и мы стали действительно силой. И хотели бы сказать дальше, что итогами проекта стали... То, что наша команда из числа 4 человек, мы полностью знаем проблемы дачного массива. Конкретно практически каждого человека. По итогам этого проекта мы осознали очень большую ответственность, что эти люди возлагают на нас большую надежду, чтобы мы им помогли. Понимаете, им уже нет сил надеяться на власть, и они смотрят на нас и думают, что мы решим их проблемы. Но мы хотя бы сделаем шаги, будем потихоньку, поэтапно решать. Сейчас, благодаря этому проекту, я чувствую, что я сама выросла не только в своих глазах, но и в глазах в целом общественности города. На меня смотрят по-другому, ко мне уже прислушиваются. Помимо этого, непосредственно на дачных массивах появились у нашей команды соратники. Меня лично знают многие жители, знают непосредственно дачный кооператив. Я думаю, что проект только начинается. Я об этом уже говорила в своей презентации, потому что создана рабочая группа, есть команда проекта, а также есть люди, чьи проблемы мы должны решить. Поэтому я на себе испытываю, конечно, огромную ответственность за судьбу этих людей, потому что раз я начала, я не собираюсь останавливаться на достигнутом и рады тому, что у нас есть единомышленники. Это множество общественных организаций, множество средств массовой информации, поэтому все только впереди.